Братья, что вы здесь делаете? Мы приехали на крещение. Приехали поддержать братьев в водном крещении. Алиса, дай руку, Тарас. Что вы здесь делаете? Алиса, вы что, сектант? Хорошо, да. Вы должны принять решение. Это не стадный рефлекс. Это не стадный. Это должен быть очень добровольный. Это твой, да. Церкви. Что бы ни происходило, я буду ему служить. Вот, что бы ни происходило, я буду ему верным. Слышите меня, братья? Наши добровольные. Хорошо. С другой стороны, это большой праздник. Смотрите, Иисус уже умер на кресте давно. Вот. Вы когда родились выше, ваш человек распят. Это уже совершенный акт. Сейчас вы подтверждаете. То есть, когда ты умираешь в гроб, это как гроб, водная могила. Как Иисус сошел. Преисподние места земли. Вот. Так ты погружаешься в воду полностью. Поэтому нельзя оставлять кошелек, там мой сын, там держишь его в руке. Это я крещу, а это оставь Бог мне. Нет, я полностью умираю для себя. И буду жить теперь для тебя. Поэтому, когда ты умеришь из воды, это жизнь воскресения. Поэтому в белых одеждах, я надеюсь, почти. Насколько это возможно. Поэтому у вас сегодня праздник. Вопрос. Первый. Верующий в Иисуса умершего и воскресшего. Тебе надо сказать свое мнение по этому поводу. Да, хорошо, верю. Громко, да. То есть ты говоришь, либо да, верую, либо говоришь, не верую, и выходишь из воды. Абсолютно свободен всех решений. Второе, я спрашиваю, обещаешь ли сменить ему доброй совести? Ну, тут есть вопрос, знаете, люди, а вдруг я упаду, послушай, если ты с намерением упасть, то это очень глупо. Согласись. Вот. Мы крестимся, намерены стоять. Жить. Вот. Благодарим за это невероятное чудо, крещение, что ты подарил нам свои заветы. Отец, и благословить нас особыми переживаниями своего святого. Сегодня близость, радость, и все люди, дети, детства, ударная болгонка. Попробуй водичку Обещаете ли служить ему доброй совести? Аллилуйя! Все, вы можете сестры поздравлять. Это мое поздравление! Мои красотки! Мама, вы Мы хотели, чтобы вы зашли. Обещаю служить доброй совести. Сейчас для православных крестим вам во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.